Кадир загоняет Зейнеп в угол, он настаивает на женитьбе, а у Зихры единственная цель, несмотря даже на глубину своих чувств Генджо, выяснить, что же произошло с Ханде. Серкан составляет план, он хочет отомстить Надиру. Серкана и Надира ждет крупный разговор, однако выясняется кое-что неожиданное. Могила Ханде. Для Шуле это становится потрясением, а Надир делает опасный шаг, чтобы спастись от смерти. У него на руках есть важная информация касаемо Ханды, и он использует ее в качестве козыря. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем пока.